Ленка, что предпримет Эдуард? Ему дриблинга всегда не хватало. Вот сейчас и скорости уже нет, как было и времена. Тем не менее, Эдуард один из тех игроков, который ведет свою команду вперед. Все-таки очень опытный. Сейчас Иван Родич что-то не поделил с Фредди Коронелли. Заступился за своего партнера Матиас Рубио. Там и Владимир Двалишвили останавливает. И Шавкат Соломов тот же. Главный арбитр подозвал обоих зачинщиков этой небольшой конфликтной ситуации.